Здравствуйте, уважаемые зрители! Это обзор от мужской компании. Сегодня мы будем обозревать блесну аргазинскую. Зимняя блесна аргазинская. Делает ее уральский мастер из Усть-Катава Рафаил Нигматуллин. На форумах и в простонародье РАФ. РАФ презентовал мне эту блесну для того, чтобы ловить на нее хищника зимой, в частности окуня. Блесна в 35 размере. Сейчас мы находимся на Увельдах, собираемся ловить рипуса, но еще светло, рипус не клюет, и поэтому решили сделать подводные съемки этой блесны, как она играет под водой. Сейчас я уже, вот у нас все приготовлено, у нас готова подводная камера. Запись сделаем, опускаем блесну, потому что мы уже все настроили, и будем смотреть, как она у нас играет под водой. Ух, сразу ее видно, включим запись. А я пока прочитаю то, что пишет РАФ про эту блесну аргазинскую. Это именно его слова с форума про эту блесну. Тоже удачная блесна. Как-то на соревнованиях по блесне на аргазях всей командой попали на пьедестал с этой блесной. Втроем рыбачили на эту блесну. Отсюда и название. Особенность этой блесны в том, что точка подвески блесны находится в стороне от оси, на которой центр тяжести. Поэтому присутствуют горизонтальные движения тройника на паузе. Это и привлекает окуня. Работая этой блесной, необходимо увеличивать продолжительность паузы. Вот так РАФ пишет про эту блесну. А мы пока смотрим, как она играет у нас. Сразу скажу честно, я еще ей не ловил этой блесной. Поэтому вот удобно посмотреть. Ага. Вот пока еще не совсем удачные проводки получается, а теперь у нас броси вот так вот, да, чуть-чуть вот, ага, понятно, интересно. Ну, всегда хорошо посмотреть под воду, как же на самом деле играет блесна. Вот отклоняется от оси вот такая блесна аргазинская. Давайте я сейчас ее достану еще раз, и мы посмотрим, что она из себя представляет. Ну, довольно-таки интересная модель. 35 размере. Все, кто желает приобрести или задать какие-то вопросы РАФу, пожалуйста, под видео есть ссылка на его личную страницу. Он с удовольствием ответит, расскажет. Там же можно все обсудить по поводу покупки, если кого-то заинтересовала эта блесна. Ну, а мы лишь показали блесну, показали и игру ее под водой. Сразу скажу, что я еще к ней не приноровился. Может быть, не все удачно. Где-то она даже просто гвоздит. Ничего в этом страшного нет. Просто хотели показать блесну аргазинской. Нам только осталось на нее ловить окуня. Подписывайтесь на канал. С вами был Егоров Вячеслав. Здесь ловят рыбу.